Всем привет, друзья! В эту ветреную погоду, что установилось в Испании, в Кампоаморе, мы начинаем прямую трансляцию оттуда. Кампоамор – это тот город, где проводят нынче, как, впрочем, и многие предыдущие подготовительные сезоны, части сезонов, свой сбор ЦСКА. Этот сбор, как вы знаете, длительный, поскольку, учитывая все составляющие нынешних наших реалий, нынешней жизни, было принято решение, что фактически вот все эти пять недель, что будет продолжаться подготовка ЦСКА, будет находиться здесь, Кампоаморе. Но вот по каким-то причинам переговоры застопорились. Буквально несколько дней назад стало понятно, что с Ориуэлой в назначенный срок, в назначенное время игра не состоится, а сыграют с Мурси, что, в общем, наверное, даже лучше в какой-то степени. Чуть позже поговорим, пока же давайте последим за тем, как футболисты ЦСКА проводят стартовый отрезок. Пас назад. Вот здесь можно пробить поворотом. Наконец-то удар состоялся. Все пока достаточно интенсивно, причем в первую очередь в исполнении испанцев. Но вот, наконец-то, армейцы тоже большими силами перешли в атаку, и она закончилась ударом Алана Дзагоева. Достаточно прицельным ударом. Посмотрите, он хоть и бил сходу, но все равно с этой позиции он тоже немало голов забил за свою карьеру, более высокий уровень, исходя из того, что мы видим. Ахметов пытается замахиваться. Великолепный гол забил сборной свободных агентов. Фактически с той же дистанции, но, может быть, чуть-чуть поближе. Подача, скидка. Вот здесь можно пробить. 1-0. ЦСКА впереди. Ну что, прекрасная атака. На ходу она получилась. И даже если где-то были ошибки в передачах, все равно армейцы не снижали темп в борьбе за мяч. И, пожалуйста, Никола Влашич расстреливал ворота в упор с разворота. И армейцы выходят вперед. Восьмой мяч на этих сборах, в этих контрольных матчах забивает. Вот важно было еще подстроиться под отскок, что удалось армейцам достаточно уверенно. Опять атака с правого фланга, с фланга Марио Фернандеса. Готовился и в итоге... Через центр атака продолжается. Еще один хороший шанс по штрафную. Здорово было разыграно. И вот здесь уже на последнем рубеже Игорь Акинфеев сыграл надежно. Отлично. Тариль там принимал мяч. Разворачивался, открывался. Мурсия принимает участие в розыгрыше путевок туда. Удар поворотом. Опасно, как было. И опять здорово было разыграно на подступах. Может быть, пока вот с передачами на штрафную площадку не все в порядке, но получилось очень многообещающе. Посмотрим, каким будет продолжение. Неплохая подача, удар поворотом. И спокойно ловит мяч Хосе Антонио Мартинес. Возможно, здесь не получился удар таким полноценным и плотным, каким задумал его Алан. Безусловно, этот сезон для команд Сегунды Б определяющий. Момент. Можно бить поворотом, было чуть раньше. Сейчас уже тяжело. Пас назад. Еще удар, гол. Но вот все-таки приятно, что армейцы дорабатывают эпизоды и забивают. Да как это было в первом матче, вот сейчас во втором. Влашич тоже на отскоке сработал. А теперь Зайнудинов. Бахтияр Зайнудинов еще раз. Выиграна борьба. Это командная тоже работа. Посмотрите, опять Федор. Эльзат и... Бахтиер, который незамедлительно пробил по цели. Упали скорости явно по сравнению с началом матча. Но вот все равно и такими передачами нужно руководствоваться. Стиль стилем, но нужно атаковать и на скорости. Вот за счет таких быстрых переводов. Планку борьбы в этих единоборствах. И вот здесь уже свисток об окончании первого тайма. Ну что, добротный первый тайм от армейцев. Понятно, что ближе к концу было уже сложнее. Везде вызвали по-разному. Ничего страшного в этом нет. Кстати, Джуки рассказал здесь в одном из интервью, что приезжал сюда уже в Кампоамор, еще когда играл за норвежский клуб Валеренго. Это столичная команда из Осло. И, кстати, играл с ЦСКА примерно в те же самые сроки. Шкурин с мячом, в штрафной площадке удар. Ух ты! Рядом со штангой. Он как будто бы стрелял глазками туда чуть левее, рассчитывая на то, что эта атака получит поддержку со стороны партнеров. Но, может быть, даже отвлекал внимание таким образом, потому что все-таки его удар... Именно удар в дальний угол был достаточно перспективным. Посмотрите, он и за спину себе успел обернуться. Где там все остальные? Надо решать или все-таки на них полагаться? А мог он сделать передачу на набегающего партнера? Погрузили бы самолеты и полетели бы на родину. Немножечко отдохнуть. А так отдых будет здесь. Джуки опять танцует перед защитниками. Подача. Удар. Очень неплохо разыграно, да, вот именно с перевода на Джуки, который принимал мяч на левом фланге. И дальше вот, пожалуйста, сразу пас назад, кросс в штрафную. Хороший удар, штанга! Ха-ха! Шидеро уже справа, прострельная передача очень резкая. Молодец Шидеро, что постарался, по крайней мере, ее сделать.
Опять армейцы на своей половине поля отбирают мяч. Длинные передачи на Джуки. Вот их стало больше, учитывая рывки Джуки и его способности. Он в ходе штрафной можно простреливать. Сам бьет гол. Великолепная атака ЦСКА. Чидера убежал. Ну, понятно, что в официальных матчах такие голы едва ли мы будем видеть часто. Но вот здесь, на свободное пространство, его было очень много. Проведшие массовые замены испанские футболисты, наверное, тоже не успевали перестроиться. Тоже все-таки необходимо адаптация к такой игре, что идет прямо сейчас. Вот как раз на этом, возможно, тоже ЦСКА поймал соперник. Отличные передачи из глубины. Чистый выход 1-1. И, кстати, по силе удара казалось, что это такой, ну, действительно, неберущийся, достаточно мощный удар в дальний угол. Но мы видим, что исполнение здесь было. Сергей Крамаренко в свое время был отличным вратарем, одним из лучших в Советском Союзе. И он очень много дал самому Дмитрию, который в свое время назывался одним из лучших вот в той части Советского Союза, в Азербайджане. Сейчас выход 2-0, нет положения вне игры. На пустые ворота передачи Яковлев, очень острый угол, уже можно обратно попробовать. Вот и, пожалуйста, 4-0. Мадис Шкурин, что не пожадничал, а вот с передачей, конечно, было тяжелее, потому что очень сильно она получилась. Да, вот, пожалуйста, открывание Шкурина, и опять скорости хватает, по-моему, Мардишвили там делает предголевую. Ну, а дальше они уже все раскатали как по нотам. Вот здесь как по нотам-то не получилось, возможно, чуть-чуть побыстрее скорости, пораньше не хватает стабильности, наверное, еще в завершении атак, в завершении голевых передач. Но и Мусата сыроватым появился в составе ЦСКА в свое время. Посмотрим, что сделает из Джуки. Хороший перехват и 5-0, наверное, да? Да. Тут уже Мурси, который все-таки возможности с теми, кто выходил со скамейки, были ограничены. Давайте посмотрим. Сам отобрал, сам прошел, сам забил. Понятно, что это такой личный гол, да? Поймал уже и на усталости Мигеля Муниоса. Хотя с чего ему уставать? Он только с начала второго тайма, как Катигран, играет. Но здорово. И продвинулся спокойненько, да. Там еще и травмы наложились. Их было очень много для Дмитриев тогда в 90-е. Я думаю, он мог бы куда большего добиться именно как игрок. Потому что игроком-то он был отличным. Вот сейчас выход 1-1. Торп молодец какой, а. Во-первых, сама секунда, когда он решился на этот выход сезона. Плюс ко всему вот эти еще товарищеские, которые мы будем видеть в изобилии на ОКО Спорт. Напоминаю, что 8 игр армейцы запланировали до конца этих сборов. 2 мы уже посмотрели. Впечатления очень неплохие от игры армейцев. Но это только начало. По сути дела, да, сборы сейчас заканчиваются первая часть их, но впереди еще, наверное, самое сложное. Нужно вот через такие нагрузки их преодолевая идти все дальше и дальше и дальше.